Еще одна посылочка из Джасти. Чай рассыпной, черный и иероглиф счастья. Глиняная кружка. Вот такая. Ароматный кувшинчик. Отлично. Шенку. Кирпич. Гу Вэй Гу Ча. 12-й год. Мальчишки в попыток. По 100 грамм они. Шу Улянь. 11-й год. Так, а это у нас Шу Юнань. Шу Джуан. Ван Ваньгу. 13-й год. Это у нас лопаточка, глиняная лопаточка для чая. У нас пиалочки 10 штук. Наборчик такой, вот такие пиалочки. Глиняные, темные. Чахай глиняный. Чайные кружки. Все одинаковые, тут тоже 10 штук. Сито чайная. Чайничек был в распродаже. Гайвы. Такой набор пиала с гайванью. Тоже на распродаже. То же самое, это будет цвет. Ну, хорошо вышло. Магдайва. Вот такая 100-граммовая.
5 штук пиалочек, 150 миллилитров. Благовония восточная. Даже по две книжки получилось. Благовония и символы счастья для современного дома. Так, это сито тоже для чая. Это о трехлапой жабе прошвырка. Так, а это аромалампа, такая вот симпатичная. Так, вот такие вот стаканчики, вот такие вот стаканчики. 10 штучек. Божечка, Валентинка. А, Надежда. Надежда. Сердечко. Ну, выписывала-то я Екатерина. Я уже не буду это доставать. Вот такое полотенечко. Пакетики здесь. Мелочевочка. Все, спасибо за внимание. Всего хорошего вам всем.